Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй. Мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды, и у нас с тобой закончился турнир. Ну что ж, забираем свои награды. Да, супер Шреддер. Долго же я на тебе копил, очень долго, ну наконец-то накопил. Так, друзья мои, забираем здесь еще награды. Так, задания, по-моему, я все выполнил в магазине. Сейчас быстренько посмотрим. Приобрести мне нечего. Так, осколков, ага, хватает. Хватает, ребята, покупаем. Кстати, смотри, сколько еще осталось. Два разика, ребята, 6 ДНК найти. И Микеланджело Космос у нас с тобой прокачается. Это уже очень хорошо. 160 жетонов, этого мало. Так, что у нас дальше? Так, энергию я, по-моему, сегодня уже собрал всю, да? Да, собрал. Так, осколки я уже тоже собрал. Ну, как ты видишь, на турнирке у нас на этой неделе разыгрывается морзильная кошка. Она мне не нужна. А по испытаниям... Так, черепашья буря. Так, платиновая клан фуд. Мания майки. Слушай, ну мания майки, единственное, кто мне нужен, это майки видения и майки космос. В принципе, и все. Остальные у меня все есть. То есть из-за двух черепашек, да, будем с тобой выпендриваться. Городская война, тени на солнце. Нам здесь понадобится Алапекс, Шинигами и Кунаичи. Конечно же, и Кунаичи. Ладно, нормуль. Так, ну что, переходим с тобой в список. Воу. Так, у меня еще хватает, друзья мои, кого-то перевести в золотой ранг. Вот это хорошо, но сначала, конечно же, конечно же, нашего супер. Твою ж дивизию, блин. Мутагена нету, ты представляешь? Так, а здесь я, наверное, все-таки переведу Рафаэль видение. Точнее, не видение, это ролевой. Конечно же, ролевой, ребята. Ну вот, он перешел у меня в золотой ранг, и у него 4 золотые звезды. А варварское усиление, по-моему, у него было. Ну что, как ты понимаешь, начало недели, естественно, нам с тобой нужно бежать быстренько прямиком на арену и попробовать бустануть. Заодно получить очень-очень много мутагена. Так, начнем потихонечку, да? 11-11, вот, отлично, это у нас Паул. И как-то... Не надо, Рафик, ты... Да куда же вы лезете-то все, а? Вперед батьки лезут и все. Естественно, ребята, в самый хвост идем и выбираем 30 уровни. Сейчас будет мяско. Да, мы сейчас будем с тобой их потихоньку всех разбирать. Ты смотри-ка, а? Не упал? А вот теперь упал. Массовая атака от Донателло Ролевого. Выжили. Вот это новости. Дуни, почему такой слабый, а? Почему ты не смог их своей суператакой бомбануть? Но, в принципе, это не он виноват. Это виновато то, что, друзья мои, этот скилл, да вообще многие скиллы у них не прокачаны. Как они вот были на первом уровне, так они есть. А возможно, даже некоторые и не открыты вовсе. Но это, как ты понимаешь, дело времени. Мы с тобой переходим на воин. 2 звезды, 75-я позиция. И следующий бой. 11-11 уже дают. А можете мне подкинуть 11-12? Есть такое дело. И это у нас Дима. Давай возьмем Димку. Уровень уже здесь 20-й. Все равно для нас пока это слабенький уровень. Будем, ребята, жучить. Никаких, как говорится, пощад не будет нашим врагам. Эх, как бы мне Пита прокачать, а? Как бы мне его прокачать? Он тоже, кстати, у меня, ребята, очень долго напрашивается на прокачку. И все, никак я не могу. Давай-ка мы попробуем, наверное, с тобой нейтрализатор уничтожить. Шикарно. И теперь добьем с тобой спокойненько караечку. Ну, молодец, Пит. Мне нравится, как он, ребята, двигается. Такой танец вечно на позитиве. Это у нас кто был? Почтовый голубь, насколько я помню, да? Ну почему он таким вот мутантом стал? Не знаю, вроде бы он в мутаген не падал. Ну и мы с тобой уже на войне 3 звезды. Все очень круто. Так, ух ты, смотри, сразу мне дали 12-13, даже без напоминаний, ребята. Вот это я понимаю. Игра сегодня мне благосклонна. Дает самые такие горячие сливки. Ну, в любом бы случае, я, конечно, сам бы хотел бы их получить, но она мне, видишь, подкидывает это бонусом. Типа, Рэй, ты заслужил, поэтому бери и пользуйся. И я беру и пользуюсь.
Ну что, Ванюша, Лео, Донни, Макман. Давай-ка мы вот так вот сделаем, наверное. Тыч. Да ладно, ты серьезно, что ли? Даже не смог Донни вырубить. Ну-ка, гидрант. Тыч. Хорошо, я даже уже предвкушаю, ребята. Если мы прокачаем у Рафаэля вот эту вот массовую атаку по фулке, я думаю, она будет бомбить жестко. И, кстати, есть вот, ребята, в этом какая-то изюминка. Ты представляешь, да, на ранней игре появляется вот такой вот Рафаэль 36 уровня, да, с прокачанным, извини меня, скиллом на шестую ступень. Просто бьет по генеранту, и все падают. И все в ахере. Как так? А вот так вот. Потому что я прокачал скилл себе. Вот и все. Ну что же, двигаемся с тобой дальше. Хотя там, по-моему, есть какие-то определения, ребята. 36 уровень не может иметь прокачанный последний суперудар до шестой ступени. Или может. Вот, честно говоря, я не помню. Есть ли там ограничения какие-то. Так, ну что, у нас с тобой 12-13. А дадите мне 13-13. Если такое есть. Наверное, такого нету, ребят. Скорее всего, нету. Ну ладно. Возьмем с тобой, наверное, Еркебулан. Ты серьезно? Я надеюсь, тебя так не величать, Еркебулан. Пускай это будет твой сценический псевдоним. Так, ладно, давай-ка мы. Какие там у него уровни? Ага, 25-й максимальный. Ну, я нисколечко, ребят, не переживаю по этому поводу, потому что у нас с тобой 40-е. Так что тут все, сам понимаешь, будет проще простого. Так, майки. Майки, два майки. Давай-ка попробуем вначале нашими цыплятами бомбануть. Кроликами. Четенько. Теперь. Ну, шинигами ушатает. Тыч. Кстати, вот самое удивительное, да? Мы с тобой играли в спасение Палузы, да, игру в Черепашках-ниндзя. Но там почему-то нету ни Алапекса и Шинигами там нету. Хотя написано, что там все игры, ну, все персонажи из серии игр Черепашек-ниндзя. Кстати, и Роквелла там нету. Хм, интересно. Значит, ребята, либо... Нет, ну, игра, по-моему, 20-го года. Самое начало, весна, по-моему, она вышла. Это, как тебе сказать... Это игра любительская, ребята. Она не именно создавалась какой-то компанией. Это фан-группа. Фан-группа сделала вот такую игру. Но почему же они туда не воткнули Лапекс и Шинигами? Даже там Криса Брэдфорда нету. Вот стоило бы такой вопрос им задать. Да? Ну что же, ладно. Мы с тобой пока не будем на это отвлекаться. У нас есть свои здесь дела. Я, кстати, немножко тут лопухнулся, потому что уровень 30, а я до сих пор еще беру 40-х. И вот это вот может, ребята, нам аукнуться сейчас очень-очень плохо. Так, бросай, Кейси. Баллончик свой, надеюсь, блокирнешь. Так, меткость понизили. Давай гранатку мы туда еще бросим, фугасную. Тут. Слушай, они еще живы. Ну, Макман, не подведи. И Макман не подводит. Он своим супер-пупер ураганчиком, как говорится, всех сносит. А этот ураганчик из кучи мусора сделанный. То есть вьюнок, а в нем мусор. В завихрюшках. И ты представляешь, да, когда в тебя летят кирпичи, не особо там хочешь выстоять. Ну что, элита 3 звезды, я тебе говорю, ребята, шинкуем сегодня по полной программе. Прорываемся просто вперед. И я хочу получить 14-16. 13-16 было только что здесь. Немножко я опять поспешил. Значит, есть вероятность получить 13-16. Я хочу выбить. Вот. Это у нас Рейн. Ну что же. Что с игрой, ребята? Что происходит с игрой? Только не говори, что зависла, а? Ребята, она зависла. Так, ладушки. Давай тогда попробуем выбрать другого персонажа. Я вот не понимаю, ребята, из-за чего это вот происходит? Глюки. Всякие, да? Зависания. Прерывания. Что не так? Они все обновляют эту игру, ошибки исправляют, но почему-то их меньше не становится. Так, ладушки, давай. У нас с тобой тут какой? 36 максимальный уровень. Но опять же для нас это ерунда на самом деле, да? 36 уровень. Хотя я рисковать здесь не собираюсь. Я помимо вот 41-х, я возьму сюда, наверное, я возьму сюда, скорее всего, мутагеноида.
Почему мутагеноиды? Ребята, ну, 50 уровень, не сказать, что супер-пупер имбовый, но я надеюсь, что его удар ладошками по земле все-таки сделает здесь... Ага, ну, майки, естественно. Конечно же, друзья мои. Его инициатива тут, понятное дело, не оспаривается никоим образом. Чего? Ты... Что это за нищебродский урон был? Вот, я же тебе говорил, что магма... Тихо, Ваня. Опа. Опа. Так, следующим будет ходить вот этот партизан, да? Мне нужно сделать так, чтобы он не сходил. Донни, не подведи, пожалуйста. Упс. Слушай, нам повезло, что он в инвиз пошел. Иначе бы он ушатал бы. Ты понял, да, кого бы он ушатал? Ну, Рокстеди, ты-то, надеюсь, есть контакт. Мы бы с тобой потеряли бы Острозуба. Вот так вот, потому что у него мало здоровья было. Видишь? Вроде бы и взял, как бы, да, одного для перестраховки имбового. Это именно мутагеноид. Но остальные-то чуть не полегли. Учитывайте это, друзья мои, учитывайте, не забывайтесь. Так, ну что же, двигаемся с тобой дальше. У нас тут 13-15. Нет уж, ребятушки, я не согласен на это. Давайте мне либо 13-16, либо сколько там, 14-16. Раз уже такое было. Вот, 13-16. Возьмем, наверное, с тобой. Ну, давай Армана. Возьмем Армана, он, кстати, уже находится в самурае, как ты видишь. Нам туда тоже нужно стремиться. И уровень здесь 37-й. В принципе, вот эти ребята должны сами за себя постоять. Они, в принципе, справятся. Если я еще возьму Донателло здесь. Донателло видение довольно неплохой провокатор. Фиг ты его пробьешь. Ну, по крайней мере, 38 уровень точно его не пробьет. Но здесь, не забывай, очень много массовых атак. Ванька, плюс Рафаэль. Плюс Майки. То есть тут особо тоже сильно не забалуешь. Ну-ка, давай, Шреддер. Вот у Шреддера суперудар вот этот, конечно, сильный. А если его еще и прокачать, будет вообще сильнющий. Вот, повышение атаки делает Микеланджело. Блин, вот я тебе про это и говорил. Видишь, начинает массовые атаки. Причем с понижением моей атаки. Это не есть гуд. Так, слышь, ты пробьешь? Пробил Рафаэля, хотя бы так. Ну-ка уже головой не подведи. Ладно. Молотом уничтожим Ваньку. Тыч. Ну и остаются Майки. Красиво. Красиво мы здесь с ними разобрались. Я даже немножечко на долю секунду такой подумал, а если они сейчас выйдут из-под контроля, да, и начнут меня бомбить, то мы с тобой сфейлимся. Но, видишь, все у нас удачно получилось, и мы с тобой влетели, ребята, в самурай. Одна звездочка, 49-я позиция. Так, давай смотреть. 13, вот, 14-17. Слушай, ну этот нонейм, я так понимаю, это девчуля, да? Она уже выпадает мне четвертый или третий раз. Ну ладно, я нисколечко не возражаю, но... Почему именно она? Так, погоди, что-то не то делаю. 45 уровень, 45-й, тут 38-й, 41-й. Донателло Космос, ребята, от него толку здесь мало, если честно. Почему мало? У него нет никаких массовых атак. Одна есть, но она не прокачана у меня, это вызов метеорита. Я вот сюда возьму просто нейтрализатора. Единственная проблема в нем, что он не блещет инициативой, то есть скоростью. Ну, посмотрим, здесь он, наверное... Вот, видишь? Вот об этом я тебе и говорил, что не блещет он. Даже Рафаэль в видении то быстрее ходит, чем нейтрализатор. Вот это, ребята, тоже всегда учитывайте, инициативу. Потому что у каждого персонажа она особенная, она своя. То есть, например... Кто-то, пускай даже маленький уровень, например, как Хан, да, он с маленьким уровнем может все равно ходить первым. Только лишь благодаря тому, что у него есть врожденная вот эта вот инициатива повышенная. Плюс, если ты начинаешь прокачивать ему скилл, но на инициативу, то он вообще там начинает. Ну и в то же время не забывай, что он по защите слабый, но по атаке он может очень сильно критануть. Так, а я беру здесь Рачмата. Да, я думаю, что, наверное, с ним нам будет более комфортно понравиться. Тут, как ты видишь, 40-й уровень у него. Как раз подстать мне, да? Раз, два, три, четыре.
И плюс ко всему я здесь возьму, наверное, можно Ваньку взять, можно взять Змейка Вьюна. Карайке я что-то не особо сильно доверяю, если честно. Так, ну что, понеслась. Душа в рай. Неплохо. Так, давай-ка сделаем. Ага. Нет, 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 нет. Захотел, видишь, такой с этой жижей, грубо говоря, слился. Думает, я его не замечу, да? Ага, конечно. Атакую его, Донателло. Вот так вот. А теперь Макмана желательно бы нам убрать. Ну как он и чай? Молодец, красавица-то моя. Ну и Рокстеди. Да, ребята, у Алапекс была месть, поэтому она ей ответку сделала после того, как он атаковал моего Рокстеди. Ну что же, а мы двигаемся там и дальше, и я надеюсь, перейдем. Нет, не перейдем. Хотя хотелось бы, да, в Самурай 3 звезды. Ну ладно, ребят, еще один бой. Я думаю, мы справимся. Так, здесь у нас есть Даня, есть Лев. 14-17. А можно мне... Вот, видишь, стоило разочек прошуршать и дают... Вот, опять, ребята. Видно, я ей понравился. Я надеюсь, это девушка. Так, ладно, этих убираем, махламонов, да, и ставим наших слабеньких ребят. Ну, как ты видишь, 50 уровень уже на подходе. А у него, ну, у него уже, да, 45-й я вижу, есть. Так, надо мне взять... Да что ты будешь делать-то? Почему вы все время выбираетесь-то? Я не могу понять. Не-не-не-не-не, так дел... Да иди ты в пень. Джастин. Джастин, я надеюсь, ну, против 40-х-то уровней он должен, наверное, сыграть сейчас хорошо. Помнишь, в тот раз взял на свою голову Джастина, и он сфейлился. Так, понижаем защиту, короче, им всем. Причем вот что мне нравится у Хана, что он 100% ее понижает. Очень редко он промахивается. О, Джастин. Ну вот здесь ты меня не подвел. Здесь ты красиво сделал. Просто вот этот вот запах изо рта всех сбил с ног. Молодец, красавчик. Так, ну что же, мы с тобой двигаемся. Что-то немножко, ребята, я не знаю, с чем связано. Может быть, из-за того, что у меня там игрушка играет, она за кадром. Я, видите ли, опять решил вернуться. Помнишь, мы как-то с тобой играли в игру? Как-то там ракетная атака или что-то в этом роде связанное. Там такие рисованные чувачки воюют. Вот, кликер. Мы в нее как-то играли. Вот, и я решил, ребята, возобновить свой процесс и снять третью серию по этой игре. Так что, возможно, в скором времени она появится. Так, Лига Самураев, 71 место, 3 звездочки у нас, все идет четенько. 15-19, спасибо тебе большое, Кейси. Так, Кейси, значит, здесь, вот здесь уже, ребята, 50 уровень. Грубо говоря, половину, как бы от 1 до 50 это половина, да, рейтинга. И с 50 до соточки это уже имба. Поэтому... 50, вот видишь, у меня даже здесь, ребята, 50 уровни еще не отыгрались. А мы уже дошли с тобой до врага, полтинничка. И здесь, конечно же, нужно быть очень аккуратным. У Армагона очень хорошая инициатива. Я хочу тебе вот это вот подчеркнуть. Не зря мне подписчики в свое время говорили: Рэй, качай Армагона, он имба, он... Да, действительно, ребята, он имба. Он ходит одним из первых. Ну, это даже несмотря, ребята, то, что у него 90 уровень. Я его брал и против 79-х, там и против... Он все равно ходит первым. Ну, не считая, конечно, Усаги и Зека. А вот интересно, если я возьму Хана, предположим, естественно, кто будет ходить? Армагон быстрее или Хан? Если на одинаковом уровне, с одинаковым прокачанными скиллами, мне кажется, что все-таки будет Хан ходить. Но если взять туда Майки, то будет, скорее всего, Майки ходить. Ну что, мы с тобой готовимся перейти в Сёгуны после вот этого поединка. Так, 15-19, да? А дадите мне 15-20 или 16-20, ну, что-нибудь такое. Ну, посерьезнее. Скорее всего, нет. Они вообще меня понизили, смотри. 14-18. Эй! Верните мне 15-19, пожалуйста. Вот, спасибо большое. Это у нас Ярослав. Ну что же. Возьмем... Нет, не хочу я майки брать. Я возьму, наверное, железную голову. А тигриный коготь пускай у нас будет, да? Плюс паукус. И два вот этих вот полтинничка. Это будет у нас
крысиный король вместе с Крипом. Подожди, какой Крип? С морзиной кошкой, конечно же. Ну-ка, тигр. Тыч. Но видишь, он здесь не тянет, ребят. Не тянет. И паукус тоже не тянет, но единственное, что он может как добить. А вот железноголовый вполне, ребят, справится. Даже если бы у него было, наверное, полностью здоровье восстановлено. Мне кажется, одного буквально удара заряда хватило бы, чтобы они все упали. Ну, если даже не упали бы, то там осталось просто плюнуть и добить их. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. И у нас Сёгун, ребята, конечно же. Конечно же, Сёгун. Одна звездочка. Так, продолжаем искать. Дай-ка мне теперь 16-20. Ведь ты же можешь дать. Ты просто не... Вот. А, 15-20, да? Ну ладно, пускай будет 15-20. Я думал, что будет все-таки 16-20. Так, берем сюда Макстера Стокмана. Плюс беру сюда Криса Брэдфорда вместе с Карайкой. И там у нас кто? Нет, Шредер, подожди. Крип и Бибоп. Крип и Бибоп. Ну, думаю, что да, ребят. Справимся. Ну, ты сам подумай, сейчас кто у нас? Будет Карайка ходить первый, да? По инициативе, по идее. Боксер Стокман, наверное, не сейчас. Или сейчас? Ну да, не сейчас, ребята. Так, я думаю, наверное, стоит вот так сделать. Баф. Угу, усиление атаки делает Майки, танцор. А мы запускаем свою волну. Чух. Все. Они просто рассыпались, они упали. Ну, видишь, да? То есть Бакстер Стокман даже проигрывает именно Крису Брэдфорду по инициативе. Хотя Крис Брэдфорд имеет 80 уровень, Бакстер все-таки 90. Как бы вот так вот в голове откладывается вот эта вся система откатов, система инициатив. И уже знаешь, когда кто сходит. Опять же, зависит все от прокачки скилла. Так, ну что, 15-20. Я возьму, наверное, здесь Кристофера. 55 уровень, 57 даже, я тебе скажу. Здесь я возьму, чтобы не рисковать тут, потому что Хан все-таки есть. И Сплинтер, который может контратаку делать. Вместе с Лео у нас пойдет вот это вот все слабенькое звено, ребята. Ну, ты сам знаешь, почему я это все делаю. Потому что Леонардо достаточно сделать одну вертушку, и эти все ребята упадут. Тут особо заморачиваться не нужно. Так, ну что, проверяем. Да, Лео не потерял свою хватку, как ты видишь, и с одной вертушки он всех наказывает. Ну, и, соответственно, мы продвигаемся дальше. Лига Сёгунов 3 звезды. Ну, хотелось бы сегодня попасть туда. Хотелось бы на самом деле. Но пока, как ты видишь, у нас Сёгун 2 звездочки. Хотя персонажи еще есть. Соответственно, и шанс тоже перейти туда есть. Возьмем с тобой Ярослава. Наверное, видимо, с елки фотографию, да? Ну, я имею в виду... С елки. Ну, с новогодней елочки. Сфотографировался. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ну, смотрится, по крайней мере, весело и празднично. Я взял здесь Усаги, и, соответственно, я больше чем уверен, что Усаги здесь тоже справится, несмотря на то, что в его команде собраты, ну, вот эти вот слабенькие персонажи. Очень слабые. Ну, они, конечно, могут выдержать пару ударов от нашего противника, но не более. А у Саги, как ты видишь, все у него великолепно. Повесил постепенный урон. А этим ребятам, ну, чисто для забавы. Показать, что они, типа, что-то могут. Ну, давай, Лео, тыкни. Все, тыкнул. И мы с тобой переходим. А мы переходим, наверное, где-то позиция 20-я, 22-я, 25-я должна быть. Именно с того места, где мы сейчас с тобой находимся. Должно быть именно так. И... Сороковая? О, ребята, что-то я просчитался где-то. Газал. Но здесь я возьму Леонардо тогда уже. Потому что 61-й, 59-й. А у нас вот эти вот партизаны еще стоят тут. Слушай, у нас как раз получится тютелька в тютельку. Мы перейдем сейчас с тобой после этого боя. Наверное, перейдем. Хотя вряд ли. А на следующий ранг. А до 50-го места я... Да я, наверное, даже и не буду стремиться, дабы не тратить наши откаты. Да ну, Донни, хорош. Сопротивляется еще что-то. Так, идеальная, как ты видишь, у нас победа. И мы двигаемся дальше. Смотрим сейчас, куда мы переместимся там с тобой. По идее, должны уже... Да, ребята, Сёгун 3 звезды. 97-е место.
И сколько у меня боев еще? Скажите-ка мне на милость. Сколько я могу еще подраться? Если взять Леонардо в откат, ну, грубо говоря, получается еще два боя. Да, еще два боя. Ну что же, ладно, сделаем с тобой последних два боя. Да как раз, мне кажется, мы и перейдем с тобой на 50-е место. Ну, может быть, где-то 65-е. Но не меньше. Так, тихонько. Они втроем выжили? Вчетвером? Оу. Ну-ка, давай побалуемся. Шреддер, давай. Твой выход, момент истины. Молодец, красавчик. Я нисколько не сомневался, что у тебя именно это и получится с первой попытки. Ну что, погнали далее. Посмотрим сейчас, куда мы переместимся. 97-й было, становится... Оу, сразу 58-й, ничего себе. Слушай, это вообще круто. Это даже для меня неожиданно. Я думал, что ну, там где-то будет 50-я позиция. Ну, не 50-я, а 70-я где-то, да? А тут, смотри-ка, влетели. Так, мы сейчас таким темпом, наверное, на 30-е место с тобой перелетим. Или 30-е, или 20-е. Так, что у нас тут? Я не буду здесь делать уклонение, оно вообще не нужно, потому что здесь, ребята, супер-пупер имбовая команда. Эти ребята за себя могут постоять вполне на изи, без напряга. Все. Ну и смотрим, куда мы с тобой сейчас ломанемся, щеманемся. На какое местечко. Я думаю, где-то, да, 20-30 позиция будет. Смотрим. 20-я позиция. Вот так вот, друзья мои. И я так понимаю, у нас с тобой больше персонажей нету, да? То есть мы с тобой отыграли всех. Точно всех. Ну да, у нас больше с тобой никого нету. Ну что же, я считаю, неплохо, ребята. Мы с вами бустанули сегодня. Практически откаты не тратили. Я только лишь на Леонардо, по-моему, там 4 или 5 раз применил. 13 штук у нас с тобой в запасе. Ранг 20, Лига Сёгунов. И можно, в принципе, наверное, сейчас пойти и пройти какой-нибудь... Так, мутаги... Да-да-да-да-да-да-да. Конечно же. Ну, наконец-то. Вот, друзья мои, вот. Разрывающая волна. Супер Шреддер направляет на врагов опустошающую волну, напрягая все силы. Разрушитель с вероятностью 20% вызывается постепенный урон на 2 хода. Плюс еще он делает меткость на 1 ход. Понижает. Или повышает. Так, меткость минус на 1 ход. Не пойму, повышает или понижает меткость. Не написано. Просто меткость минус. Скорее всего, он понижает меткость себе. Ребят, на один ход. Да, вот так вот будет правильнее. Че у меня? А, не хватает. А че не хватает-то? Тьфу ты, не туда делай. Вот, вот что я хотел сделать. Блин, ну все, ребята. Значит, успокаиваюсь я по поводу Супер Шреддера. Теперь у меня Крэнк. Крэнк номер один, которого нужно прокачать. Ну, а там уже дальше пойдут... Так, это излишки, ребят, конечно же, мы меняем. Они нам не нужны. Ждем с тобой, что? Мы ждем с тобой, когда у нас будет много платиновых осколков, и я хочу Супер Шреддера перевести в платиновый ранг. Ну что, идем с тобой сюда, посмотрим, что у нас по испытаниям. Мания Майки. Я, наверное, сделаю все-таки вот это вот. Я хочу городскую войну Тени на Солнце пройти... Но хотелось бы посмотреть, кого мне тут подкинут. А подкидывают мне, ребята, ну, не сказать, что, конечно, супер-пупер имбовых персонажей, но, тем не менее, дойти мы с ними сможем, ну, достаточно далеко, если честно. По крайней мере, Алапекс и, возможно, Шинигами я получу. Ну, а ради Сплинтера, я думаю, не стоит даже заморачиваться, потому что он как бы нам и не нужен. А тратить сыр не вижу смысла. Ну, эти ребята, 10 уровень, конечно же, они в клочки разорвут. Так, Лео плюс Карайка. Тоже, ребята, не получают, как говорится, свои звездюли. И мы проходим с тобой великолепно первый наш заход, первый эпизод. Второй, третий, четвертый и пятый эпизод, по-моему, будет вообще ни о чем. Это будут персонажи нам даваться, те, которые у нас есть.
Их можно было бы вообще, не знаю, можно было бы как-нибудь их пропускать. Но, видишь, нельзя. Здесь у нас с тобой разыгрывается ДНК на Донателло. Донателло у нас тоже с тобой прокачанный. Так что, ребят, особо сильно тут радоваться нечему. Я одного не могу понять, почему у нас вот здесь вот Рокзар выглядит как скелет. А в старых мультиках Рокзар выглядит как, ну, скажем так, как оборотень. Довольно упитанный причем. Почему он так вот стал выглядеть, как костяной? То, только из-за того, что он получил две порции мутагена, да? Он уже вначале был острозубом. Вот он, Крис Брэдфорд, да? Первая его модификация, когда он облился мутагеном, получил острозуба. А после того, как острозуб еще получил дозу мутагена, он уже стал Рокзаром. Но здесь Рокзар какой-то очень ужасный. По сравнению даже если взять черепашки-ниндзя, безумие мутантов, да? Какой там Рокзар пышный такой, оборотень. Ну, волчара, грубо говоря. То здесь какой-то, я не знаю, просто скелет от этого волчары. Так назовем его. Непонятно. А вот Бакстер Муха, да, ребята, сохранил, в принципе, все каноны свои. Только единственное, что в мультике у него, по-моему, 4 все-таки лапы. А здесь только лишь 2. Куда еще 2 лапы у него отобрали, а? С какого перепуга? Так, ну что, бронированные тараканы. Тыч. Нормуль, отлично. Так, и последняя у нас с тобой волна. Кто там у нас стоит? Морозильная кошка. Майки. Молодцы, красиво. 30 уровень, естественно, ребята, нам на один зубок. Мы их всех уничтожаем. Так, двигаемся с тобой тогда дальше. Чем дальше, тем лучше. Так, смятение, значит, нам, ребят, с вами проходить уже нет смысла. Хотя кто-то написал из подписчиков, что есть вероятность выпадения Кренга. Так, что еще не все потеряно. Так, ну что у нас тут? Опять же, 3 волны. Опять же, ребята, какой там 40-й или 50-й уровень? 40-й, да? Включаем с тобой автобой. Погнали. Зек с удара. Рокзар с удара. Шреддер с удара. Ну, это обычные рейдовые такие, или как их назвать, рядовые мобы, у которых нет вообще никаких статов, да? Вот у Рафаэля есть какие-то определенные статы, но здесь я думаю, что они идут, наверное, по максималке все-таки, для 40-го уровня, я имею в виду и прокачка, и скиллы. Так, вырубаем, и стрела сзади. Все. Прошли мы с тобой очередную, как говорится, волну, очередной эпизод, и мы двигаемся с тобой дальше. Так, а дальше у нас это были 40-е уровни, 50-е. Так, Микеланджело в кармане. А вот, ребята, и пошло. Пошло. Вот, вот она, финальная тройка, которая мне нужна. Это Кунаичи, это Анапекс и это, конечно же, Шинигами. И я думаю, что мы все-таки это пройдем с тобой. Именно эти 3 ДНК мы заработаем. А на сплиттера я, наверное, даже и не пойду. Да, мы, наверное, с тобой не пойдем на сплиттера. Ну, смысл, ребят. Мы все прекрасно знаем, что вряд ли мы, наверное, там пройдем, потому что там будут 90 уровня противники. И не пройдем, как говорится, искры потратим. Хоть сыр нам никуда и не нужен. Можно было бы, конечно, немножко где-то фармануть разочек, да? Хотя, если проходишь, там есть вероятность, по-моему, фармить шинигами и Алапекс. Ну, как бы, да, подкупает это. Но, опять же, ребята, у меня нету телепортов. Они у меня закончились. А те, что есть, их нужно переберечь именно для, когда мы с тобой ежедневки делаем. Нам нужно, сколько это получается, 10 телепортов как минимум. Плюс, не забывай, у нас идет с тобой прокачка. Прокачиваю я сейчас, ребята, супер Шреддера, его скиллы и так далее. Так, а вот здесь вот что-то хандрим. Зачем ты это делаешь, Крис? Ну зачем? Ну эта защита сейчас вообще неуместна. Вот и все. Зачем он делал защиту, я ума не приложу. Надо было просто брать и атаковать. Ну ладно, это пускай будет на его совести. Ну а мы с тобой двигаемся дальше. Значит, получаем с тобой Эйприл Кунаичи. Дальше у нас идет Анлапекс. Уровень 65 у противника. 65, подожди. А следующий будет 75, да? Или же... или 70-й. Даже не знаю, ну и что ты свою бомбочку бросаешь. Хотя здесь она еще что-то делает. Хотя против рядовых мобов, ребят, тут обычные скиллы тоже
много что делает. А вот против основных они как-то не особо хорошо заходят. Особенно именно на арене. Мы с тобой видели, да? Что эта бомбочка 80 уровня даже не может 70 уровень просто пробить. Если отнимает здоровье, то такие микроны, что смешно просто. Что же это за костюмы-то такие, а, ребята? Вот я не могу понять. Каких-то горилл, что ли? Какие-то гориллы, да? Механические. Или просто огромные железноголовые какие-то роботы. Ну, молодец, Бакстер, умница. Вот так бы и всегда бы ты делал. Лапекс шваркнули. И сейчас контратака будет. Так, Шреддер решил вот так добить его. Молодец. У Шреддера, по-моему, вот этот вот прокачан до 6-й ступени. Последний суперудар. Так что есть смысл юзать, конечно же. Ну и вот мы с тобой переходим на последний эпизод, который нам нужен. Где у нас будет разыгрываться Шинигами. 75-й, значит, следующий, ребята, уровень будет 85-й. Понял, да? Там, где Сплинтер, будет 85-й уровень. А у меня здесь... 80-й все уровни. Ну, то есть мы можем там сфейлиться, я думаю, что даже не стоит туда и суваться. Да и незачем. Так, ну что, переходим с вами на вторую волну. Опять же, рядовые мобы. Давай сделаем вот так. Хотя надо было, наверное, баф повесить. Ладно, сделаем свою волну. Добивка. Так, подожди, что за дела-то? Я раньше думал, ребята, Куракабута называются его вот эти вот наручи. А на самом деле это называется у него шлем, так. Ну-ка, вызываем с собой маузеров. О, шикарно. Так, предпоследняя волна. И здесь бы нам какую-нибудь массовую атаку не помешало бы, да, сделать? Зачем ты так-то? Давай, наверное, вставим в провокацию с тобой. Ну, естественно, Майки делает, ребята, конечно же, уклонение. Правильно делает, в принципе. Ну-ка. Попадешь? Нет, не попал, ребят, промахнулся. А давай-ка мы вот так сделаем с тобой, баф. Опа, на контратаку не кисло. А этот ускорение делает. Хитро. Хитро, тут не поспоришь, ребята. Че, верту. Ой, зря ты, парень. На. Так, пробьешь? Отлично. Блокернем. Мимо. А если так? Да ладно. Ой. Это плохо, ребята, так рисковать, на самом деле. Да ты запарил, а? Че ты делаешь-то? Ну-ка, Шреддер, хиляй. Солидненько. На тебе. Меткость понизили. На еще. И броню понизили. Теперь остается только добить его. Все. Ну что, морозилка? Да выпендривалась. Выжила, ты посмотри, а? Сразу, да, за своим сырком мороженым побежала. Пужанулась, и правильно делаешь. Слушай, ну она крепкая, ты посмотри. Сколько нам ее бомбить? Это называется, ребята, хиллер. Пятая волна. Как бы нас тут с тобой не прижучили. Так что ставим с тобой доп защиту. И поехали. Замедляшка сработает? Трындец, сработал, называется. Так, здесь, по идее, надо и карайку, и кунаичи как-то успеть бомбануть, если честно. Копье? Я думал, будет кунай бросать, но нет. Смотри, инициатива какая у них. Так, давай, Шреддер. Вызывай своих кланфутовцев. Хоба! Этих как будто сдуло. Ну-ка. Опачки. Кунаичи, добиваем ее. Тогда зэк. А вот и все. А вот и справились мы с тобой с этим, ребята, испытанием. Но напряженно как-то было, да, если честно сказать. Как-то вот так вот мы бомбили-бомбили. И не то чтобы на изи. Такой средний, нормальный, хороший бой. Так, и что же мы с тобой можем здесь пофармить? Ну вот, троечка, ребята, троечка. Че, рискнем? Камень Талик, очень рад. Радарные маяки, вообще обожаю их. Да ну, блин. Ё-моё, ребята, вот так вот.
Хорошо, что сыр закончился. 10. Ребят, как раз 10 у нас телепортов осталось. Я, наверное, куплю потом 100 телепортов. Для этого мне нужно, ну, $77. То есть буквально в следующий раз я куплю себе соточку. Откаты, ну, откаты я заработаю за просмотр рекламки. Ну что, неплохо сегодня ребята поиграли. Я доволен, надеюсь, вы тоже. Ну, а мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.